В Баку прошла конференция на тему «Азербайджанский туризм в постпандемийный период». В ней приняли участие руководители Государственного туристического агентства и Бюро туризма. На мероприятие был избран новый председатель Ассоциации туристических агентств Азербайджана. Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы даст новое дыхание восстановлению туристического сектора Азербайджана после пандемии коронавируса. Об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуат Нагиев на конференции «Азербайджанский туризм в постпандемийный период». По его словам, реализация стратегии будет способствовать созданию новых туристско-рекреационных зон в стране, устранению сезонности во внутреннем туризме, а также устойчивому развитию туристического сектора. Улучшение деловой среды в сфере туризма в постпандемийный период, совершенствование и диверсификация транспортных и коммуникационных связей с целевыми туристическими рынками станут одним из основных направлений деятельности агентства. Выступившие участники представили подробную информацию о статистике прибывающих в страну туристов за прошедший и нынешний год. Указывалось, что вся информация размещена на официальном сайте агентства. Заведующий отделом политики и стратегии туризма госагентства Мухаммед Мурадов подробно остановился на социальной составляющей сфере туризма. Они также должны будут предоставлять информацию о страховании гражданской ответственности в туристическом реестре. После утверждения правил страхования гражданской ответственности, страховые компании приступят к разработке данного продукта. Договоры по данному продукту будут заключаться с туроператорами и турагентствами, а также с гражданами. Основным событием мероприятия стало избрание нового председателя общественного объединения Ассоциации туристических агентств Азербайджана. Им стал Гюйданис Гехраманов, сменивший на этом посту Руфата Гаджиева, который получил назначение на должность советника по развитию туристической промышленности директора Азербайджанского бюро по туризму. Бенуша Назарова, Джавид Эмноглу, Сибси.